Скорее всего, нравилась игра «Дочки матери». Ренат, в общем, в детстве любимая игра «Тетрис». Здравствуйте, меня зовут Владимир, и моя любимая игра была... Отлично, девушка в самую точку. И вот на самом деле вот этой командности, вот этот принцип, вот этой точки, его очень недооценивают многие. Это все, потому что нету команды, нету сплоченности, нету единого коллектива, как в отделах, внутри отделов, да, так и вообще в целом в организации. Но вот те, кто этот принцип как бы поняли, ухватили, причем чем больше компания, да, тем больше у нее обороты, бизнес, они тем больше это чувствуют и понимают. Это хорошо понимают и в Гугле, это хорошо понимают и в Apple. И поэтому они вот этот принцип используют, они увлекают сотрудников своих в такие обсуждения, мотивируют их. Вот этот принцип, я не знаю, вы слышали что-нибудь про очень хорошие результаты на самом деле. Но то, что мы предлагаем, это даже уже не краудсорсинг, а это уже как бы следующий. Ну, краудсорсинг по-другому, как мудрость толпы, да, помощь зала, можно так сказать. Когда коллективный разум что-то рождает вместе. Так вот, у нас с вами, вот та методика, которая круглая, да, мы, скажем, ее так условно назовем, это уже следующий шаг. И ей невозможно научиться просто по книгам или посмотрев какой-то видеокурс. Это все тоже хорошо, это как дополнение может, но главное, что помогает и что действительно обучается, когда мы вместе собираемся, садимся вот так в круг и обсуждаем какой-то вопрос. Когда каждый слушает другого, его мнение принимает, пытается присоединить к своему, и вместе рождается что-то новое. Причем это сначала в ощущениях, если удается достичь этого единства, потом это как мысль, идея, дальше это может быть проект или решение какого-то вопроса. Таким образом, есть опыт, который позволяет любой вопрос, вообще любую проблему решать в круге. Причем это не только в бизнесе, на самом деле, это как бы и в семейных отношениях. Вопросы, которые вы сегодня услышите, особенно в первой части, будут непонятны вообще, да, к какому... Какое отношение, может быть, имеют вообще к бизнесу, к работе. Но и не важно, на самом деле, по большому счету, какие вопросы. А потому что именно вот когда вместе обсуждаем, мы таким образом, проходя вот эти состояния, учимся этой методике. Однозначно мы все любим свою родину. Каждый способен ее защитить тем или иным способом. И, допустим, я учусь сейчас на военном факультете, и я патриот своей стране. И я горжусь своими дедами, что они сделали. Я соглашусь с Пашей, то, что объединяет нас, это любовь к родине. А отличает, ну, тоже, наверное, то, что раньше они были более сплоченней, они готовы были воевать. А сейчас, я думаю, не каждый будет готов. Думаю, что раньше люди, да, они готовы были постоять за своего земляка, за... У кого-то соседа, неважно, ну, хорошие у них отношения или плохие, они, ну, все живут в одной стране, и они готовы были за это бороться, за свою страну, за свою родину. А сейчас люди меньше общаются между собой и меньше понимания между людьми. Действительно, что их объединяло? Ну, конечно, они попали уже в ситуацию, они не могли выбирать. То есть уже нужно было просто спасать свою родину и использовать все свои человеческие ресурсы. А сегодня, да, мы разобщены, это наша беда. И вот не хотелось бы, чтобы у нас был какой-то такой плохой повод для объединения. Ну, типа, о войне даже страшно думать, хотя все возможно, да. И да, мы каждый сам себе, каждый своей семье, каждый думает немножко о своих
о своем комфорте. Хотелось бы как-то, чтобы мы вот учились объединяться и думать об окружающих нас. Ну, еще я хочу сказать насчет национализма, потому что сейчас у нас в России очень много разных национальностей, и очень часто вижу на улице то, что враждуют русские, допустим, с теми же чеченцами, с теми же татарами даже. Ну, конечно, есть и люди, которые дружат с друг другом, но тем не менее есть и плохие примеры. Общего, наверное, между нами сейчас, это, наверное, честно, я не знаю, что сказать, я боюсь. Сила, наверное, вот, патриотизм, гордость за наших дедов, которые сражались, чтобы у нас было будущее, вот. Различие то, что, как и все сказали, что у каждого сейчас своя жизнь, ну, может быть, даже люди стали немножко эгоистами сейчас. И нужно как-то объединять людей. Их главное, что все хотят ведь жить. Любовь к жизни нас объединяет и тогда, и сейчас. Да. Что нам дает объединение? Объединение нам дает чувство защищенности. Мы видим сзади тыл людей, которые, если мы подскользнемся и упадем назад, которые нас подхватят сзади и дадут нам устоять. Вот что нам дает объединение. Ну, как я понимаю, синергию — это когда сумма усилий равна не алгебраической сумме, а там как бы гораздо больше, может быть, там в разы, там на порядке больше. Вот. И как раз вот объединение людей, в общем-то, там, в одной идее, ради одной цели какой-то, оно обычно дает, когда каждый вкладывает ради там чего-то, оно дает результат больше, чем делал бы, будучи в одного, и в одиночестве. И как получается, что общность стимулирует тебя на большую производительность. Как говорится, не тот босс, который типа сказал, да, так оно и есть, а лидеры, ему вот оказывается доверие, ему все верят, и на него, получается, порой все надеются, то есть как бы роль лидера в этом, ну как бы в этом сплочении вот этого коллектива, она тоже очень высока. Нам дает объединение, но это, наверное, сила, все-таки когда вас больше, это больше сила, когда ты один, ты меньше чего сможешь сделать, а когда ты с командой, когда ты вместе, можно чего-то добиться, чего-то. Слово как-то так. Друзья, теперь просим выбрать одного представителя от круга. Спикера. Еще не все? Ребята, все закончили или только здесь три человека? Ну, у меня нечто такое среднее, сумбурное, да, между новым и не новым. Почувствовал или нет. Потому что действительно, может быть, потому что было не так много времени. Может быть, потому что мы и правила, в общем-то, не соблюдали. Но, тем не менее, какое-то нечто такое как бы образовалось. По моему опыту, просто когда обычно я общаюсь, да, даже в компании, даже друзей, всегда есть кто-то там особо говорливый, который инициативу на себя такой, душа компании. Всегда есть кто-то тихий,
кто сидит там тихонечко молчит, хотя, может быть, и хочет бы сказать, но просто не дают, не спрашивают, как бы. Вот, и поэтому, ну, то действительно, это то, что работает, этот круг, когда ты уважаешь мнение каждого, и ты должен его еще принять. Руки. Ты захотел сказать, поднял руку, все, ты следующий ответил. А когда ты по кругу сидишь, ты еще даже, может, не придумал, что ты хочешь сказать по тому или иному вопросу, а тебе надо уже говорить о такой? Ой. Нет, нет, все, спасибо. Меня зовут Дима, я из Акушерского колледжа. И, в общем, что хочется сказать. В принципе, то, что произошло, очень, я бы сказал, полезно. Потому что, смотрите, я так пару раз участвовал в дебатах и так далее. Я знаю, что такое, когда все там орут друг на друга, бьют по столу там. Я прав, нет, я прав. Ну, то есть вы понимаете, да? А, как бы это очень сильно забивает голову. И прийти к какому-то выводу вообще, к чему-то полезному, ну, полуреально. А тут все очень спокойно друг друга выслушивают и так далее. И, в принципе, очень хороший осадок в голове остается со всей информации, которую мы получили. То есть легче прийти к какому-то общему выводу. То есть именно синергия, да? Вот синергия, синергия. Вот, наверное, это именно это и есть. То есть общие идеи, как бы оно, мы можем к чему-то прийти вместе. А если мы просто спорим и без порядка, то это обычно ни к чему не приводит. Ну, в общем-то, вот и весь вывод. Ну, в общем, давайте я начну с минуса, да? Да, ну, то, что очень не круто разговаривать именно по кругу. Ну, не знаю, не возникает какой-то именно идеи. Ты, когда ты разговариваешь именно, ну, какая-то дискуссия, разговор получается. А когда по кругу, ты пока этот сказал, тот забыл. Ну, а так, в принципе, нет, отдельные правила. Ну, ладно. Ох, вот эти женщины. Ну, так надо было. Ну, так надо было. Не удалось. Ну, а хорошим, ну, вообще правило хорошее, потому что, ну, вообще было круто, приятно поговорить, пообщаться, разбавить там все. Понравилось это правило в круге, но правило хорошее было. Алло, подожди, куда едете своим столом? Куда мы едем нашим столом? А давайте просто сходим куда-нибудь поедим, либо погуляем. Нет. Ну, можно и туда. Хорошо, все, поплавим. Спасибо. Я постараюсь не сжечь, как на суд красе. Сам знаешь. Ладно. Меня зовут Дина, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Сегодня я пришла впервые на этот тренинг, но обычно у нас в университете есть школа тренеров, и есть тренинги проводят, мы как бы неоднократно собираемся, и мы знаем, что это такое. Скажу по секрету, в принципе, для себя нового я ничего не вынесла, потому что это всегда так, это в норму входит, потому что правила одного микрофона, правила Лас-Вегаса, там, и т.д., и т.п., то что-то это. Поэтому чисто для себя конкретно я ничего не вынесла, но я послушала ребят, и мне было интересно, вот, например, я вижу одну картину, да, с одной стороны, а ребята видят с другой стороны, и думаешь, ага, ну, с одной стороны тоже, да, ну, нет, ну, человек четко говорит, правильно говорит, за дело, уважаю. Вот, типа такого возникает как бы в голове мысли. Все высказались, все сказали, все довольны остались, я так вот за всех говорю. Что еще сказать? Ну вот впечатление, честно, нет прям такого вау и нет такого фу. Нейтральное такое, ну прикольное, классненькое. Меня зовут Саша, я из первого меда. Ничего нового такого, слишком просто крутого, что, наверное, как-то требовало такого собрать людей из институтов, привезти сюда, все здесь сидеть, час, холодные, голодные, все дела. Но такие вопросы, они должны, любой умный вопрос, он должен решаться вот так вот коллективно, с умом и по очереди.
так делается в высших каких-то кругах, так решаются вопросы, и так они должны, я думаю, решаться. Меня зовут Паша, я из университета телекоммуникаций, и я на тренингах вообще первый раз, и мне очень понравился тренинги. Все пришли, нас что, никто друг друга не знал, все стесняются, но тем не менее все что-то говорят. И для себя я вынес что-то новое, что-то интересное. И как-то пытался бороться со стеснением, как и все здесь, я думаю. И на этом все. Давайте. Добрый день. Добрый вечер, точнее, меня зовут Настя. Я из университета МВД. Ну, во-первых, вам, организаторы, большое спасибо. Я второй раз уже здесь. И здесь не надо выносить что-то новое, вот как тут повторяется, что-то новое, не открыл, не открыл. Я на первом семинаре тоже ничего не открыла для себя нового, но придя сюда на второй, во второй раз, я поняла, что фишка этого мероприятия – это живое общение, про которое мы забываем в наше время. И действительно, мы общаемся через контакт, через WhatsApp, через Viber, через все что угодно, но не глаза в глаза. Единственное у меня пожелание вам это сделать, вот вы нас рассаживаете, чтобы мы друг друга не знали. Но попробуйте на своем семинаре посадить действительно группу, которая знает друг друга, и у которой есть проблема в данной группе, и чтобы они эту проблему обсуждали. Может быть, у них нет времени, может быть, у них нет стимула, мотивации поговорить, сесть. Попробуйте собрать их здесь, и чтобы они свою проблему решили здесь. Вот. Всем привет, я Максим, я из авиационно-транспортного колледжа. Нет, не влюбились, свои же. Сразу скажу, я здесь уже третий раз, был на первом столе, был на втором и сейчас на третьем. Честно говорю, второй мне понравился больше всего. Второй? Да, второй. Этот понравился так же, как и первый. Тоже хорошо, все нормально, но как-то второй был, ну может мне так кажется, но был повеселей. Может быть, я. Нет, я пришел туда вообще с закапанными глазами. Я ничего не видел, да. Я ничего не видел. Может, мне было как-то это весело. Ну. Здравствуйте, как вам мероприятие? Лично мне очень понравилось. В принципе, вот этот час, где мы. Хорошо, это не будет стираться. А, да? В общем-то, мы провели здесь час, и было достаточно продуктивно. Еще раз услышал для себя это слово «синергия», и было очень круто. Много чего нового узнали, да? На самом деле, да, особенно понравилось то, что живое общение, правда, то есть не по социальным сетям нигде, а именно в кругу живых людей. Отлично. Придете еще раз? Думаю, да. Обязательно приводите с собой друзей. Приведете? Хорошо, приведу. Спасибо большое. Как вы мероприятие? Мероприятие супер, ребята действительно молодцы, большие, провели такую работу, дали нам возможность пообщаться вживую, эмоции позитивные, на самом деле сюда шла сонная, разбудили своим юмором, своим каким-то позитивом и вот своими вот этими активными и позывными даже вопросами. Вот. Отлично, в следующий раз придете? Да, я второй раз и в третий раз я тоже сюда приду. Друзей приведете? И друзей приведу. Здорово, спасибо вам большое.